Вот здесь вот у нас у Ирины вышел такой фурункул. И вот он ночью прорвало его. Вот если так посмотреть. Вот, и это все выходит в виде этого. Так что мы накладываем деготь. И потом еще подколем бетулинчик туда. И он не даст вот из глубины вытащить всю дрянь. Вот такое вот лечение. Ну, сейчас она пьет АСД и стимулин. Да, да, стимулин. И, скорее всего, это на стимулине так поперло. Потому что вчера был 11 капель. 12? Вчера было 12. 11 капель. Вот. Еще мазали ей на голову. Теперь надо мазать паравертебрально. Вот такая вот пяка. Ну, я думаю, что это из кости что-то вылезло. Потому что так у нас было у пациента, когда на фоне лечения из костей в виде фурункула выходит какая-то бякошная бяка. Скорее всего, паразитоз.